Хочу в качестве подарка прочитать вам два стихотворения. Разнотравье, разноцветье, разноярный июль, дождь, туманы на рассвете, и меня зовут на юг. Мы сейчас не будем спорить, где нам лучше отдыхать, где мне быть, лишь бы не вздорить, лишь бы духом не упасть. Когда холодно, на море покупаться манит сласть, а у нас простор, не гор, слазь ходить и не залазь. Когда в тучах, как в оконце, вдруг просвет хотя бы на час, улыбается нам солнце, обнимает между нас, то тогда нелепей люски нашей русской не найти. Снова манит чудо росы, как по ним хочу пройти. Исцелят меня росинки, мои церкви над рекой и любовь моей России, семьёнка и родной. Ко мне просятся ромашки, отыщитесь, васильки, не тюльпаны, не маки, золотые колоски. Подарю букет подруге с пожеланиями любви. Отдохнуть чуток на юге, на то лето позови.